Знаете ли вы, куда местным мужчинам проще всего устроиться на работу? С какой из сложных и тяжелых профессий здесь справятся только они? Грузчик в порту? Машинист поезда в метро? Ха, а может быть, школьный учитель? А? Или на худой конец доставщик еды? Нет. Нет, нет и еще раз нет. Ведь сильные мужские руки созданы здесь для того, чтобы делать маникюр. Добро пожаловать в Шанхай. Это жизнь других. Часто видят в списках самый-самый. И это неудивительно. Ведь по размерам, количеству населения, денег, возможностей он обошел очень многих. Но так ли хороша жизнь в Шанхае? Предлагаю прямо сейчас во всем и разобраться. Шанхай расположен на востоке страны. Он является культурным и финансовым центром Китая, опережая Пекин и Гонконг. На территории Шанхая могло бы поместиться с десяток известных мировых столиц, а также парочку небольших африканских государств. Поэтому неудивительно, что здесь проживает чуть больше 26 миллионов человек. И если бы я была одной из них, то, как и Ли Чао, могла бы работать курьером. И делала жителей города сытыми и счастливыми. Ведь поесть здесь любят абсолютно все. Или же, как и Чен Юан, руководил бы мужским коллективом мастеров маникюра и помогала бы шанхайцам становиться все красивее и красивее. А может, я стала бы женой Андуса и матерью его детей, Сирены и Кади, и они ходили бы все у меня по струнке смирно, ведь женщины тут частенько руководят своими семьями. Но кем бы я ни была, надеюсь, я бы здесь не заблудилась, ведь город просто огромный. Часто, если люди хотят встретиться, договариваетесь, давай встретимся где-то в центре и идете гулять. А если вы в Шанхае, то нужно уточнять, в каком центре вы хотите встретиться. Лично я насчитала примерно 5 центров. Первый – это деловой центр в районе Пудун. Исторический центр Шанхая находится в районе Пуси. Из-за большого количества вузов молодежные центры находятся в районах Янпу и Путо. И еще один центр находится в торговом районе Хуанпу, где сосредоточена вся власть Шанхая. Но давайте лучше сосредоточимся на тех, кто в этих районах живет, учится, строит карьеру, влюбляется и в конце концов появляется на свет. Знаете, раньше в Китае рождению девочек были не очень сильно рады. А сегодня, когда в Шанхае рождается девочка, это праздник и пир на весь мир. Сына надо обеспечить не только достойным образованием, что в Шанхае выливается в огромную сумму, а еще и купить ему отдельное жилье, чтобы ему было куда привести свою семью. А вот с дочерью проще. Замуж выдал, и все. Ох уж эти рациональные китайцы. Но чтобы капризы родителей не влияли на демографию, здесь строго запретили оглашать пол ребенка до момента родов. Бесплатных роддомов в Шанхае нет. Государственные стоят около 5000 юаней, а частные от 15.
Но есть и выплаты от государства. За первого ребенка 5000 юаней, за второго 10, за третьего 20, и с каждым последующим сумма удваивается. Вот так вот родишь 10-рых и сможешь одному из них оплатить университет. Но так как эта акция очень сомнительная и не очень актуальная для Китая, лучше все-таки подыскать высокооплачиваемую работу, например, связанную с грузоперевозками. Я нахожусь в самом большом порту мира. Здесь разгружают, сейчас только сядьте, 4 миллиона контейнеров в месяц. Вот так вот работают и день, и ночь. Каждый день в порт привозят сотни разных грузов. Электронику, природные ископаемые, одежду, продукты питания. А мы со своего небольшого склада везем в порт машины. Людей, которые хотят получить такой товар, возросло в тысячи раз. Поэтому китайские машины уходят как горячие пирожки. Если 3 года назад наша компания отправляла по 500 машин в год, то сегодня их 5000. И судя по количеству заказов, скоро эта цифра увеличится в 10 раз. Вот сейчас эту машину будут грузить, и уже она поплывет хозяину. Сюрпризом! Тепло? Хорошо? Чтобы загрузить такую машину в контейнер, нужно быть настоящим ювелиром. Этот процесс происходит очень медленно. Ведь мы должны не только правильно загрузить и зафиксировать машину на тросах, но и не повредить ее. Но даже если машина и повредится, то ничего страшного. Все застраховано. Если произошло повреждение, то мы никого не штрафуем, а просто вызываем инспекторов и отправляем авто на ремонт. Нашла грузчика, вот, который грузит контейнер. Идем узнаем. Идемте, все узнаем. О, боже мой, знаешь, как в кино. Ой, мама дорогая. Так, знаешь, пока тут... Нихао, как дела у тебя? Ой, слушай, как хорошо у тебя тут. Так, ну я смотрю, у вас тут незамысловатая какая-то космическая кабинка, да? Сложно управлять такой штукой? Это только так кажется. Прежде чем мне разрешили грузить контейнеры, я прошел 3-месячные курсы. Сколько ты в день грузишь вот таких контейнеров? Максимально 200-300 штук. Слушай, ты как этот человек-робот, знаешь, 200-300 контейнеров и вообще не устал, правда? Ну, это только так кажется. Иногда смены по 12-15 часов, поэтому в конце рабочего дня я просто валюсь с ног. Работа непростая, зато после всех вычетов грузчики получают примерно 10 тысяч юаней. Так, ну что, у тебя сейчас перерыв закончился, будешь работать, то не успеешь погрузить 200 контейнеров. Ой, класс. Ну хорошо, все, а сигаретка валяется, смотри, убери здесь, чтобы главное не увидел. Все, давай, чао. Каждая машина стоит в районе 50 тысяч юаней. И за всю историю здесь не украли ни единой машины, представляете? Машина не ручка, ее тайно через КПП не пронесешь. К тому же у нас здесь столько камер, что твою аферу вычислят в ту же секунду, как ты ее только задумаешь. И хочу сказать, что к камерам слежения местным жителям не привыкать. Если бы я жила в Шанхае, то, наверное, чувствовала бы себя героиней какого-то реалити-шоу, потому что тут за каждым твоим шагом следят камеры. Вот куда ни посмотришь, везде на тебя смотрят. Привет! В Китае, население которого составляет почти 1,5 миллиарда человек, установлено более 700 миллионов камер видеонаблюдения. Это почти по одной на каждых 2 граждан. И это еще не финал. Число камер продолжает расти с каждым годом. Как по мне, иногда выглядит это пугающе. Прям хочется куда-то спрятаться. Но местные жители видят в этом только плюсы.
Камеры обеспечивают нашу безопасность. Они не скрыты от человеческих глаз, поэтому все знают. Нарушишь закон, тебя найдут в тот же день. Здесь за полчаса выявляют карманников, укравших кошелек или телефон. Но это работает и в обратную сторону. Если вы очень спешили и перешли дорогу в неположенном месте, то будьте уверены, что обязательно получите свой штраф. Но как бы там ни было, камеры делают нашу жизнь комфортней. Наши посылки могут ждать нас под дверью неделями. Мы не боимся за свои велосипеды и самокаты, оставленные на улице. А если что-то потеряли или забыли, можем найти в течение дня. Китай не только лидер по количеству камер слежения, но и главный мировой поставщик этих технологий. Ведь таких показателей в тотальной слежке и распознаванию лиц больше нет нигде в мире. Но даже при всем этом китайцы умудряются на глазах у миллионов камер обходить законы стороной. Все знают, что в Китае делают самое огромное количество реплик всех-всех брендов на Земле. Вот я сейчас пришла в такое место, где это все и продается. Конечно, тут нельзя снимать, вы же сами понимаете, поэтому будем делать все скрытой камерой. Я так иду, типа, hello, hello. Вот я уже вижу носочки, которые стоят 300 евро. Интересно, сколько? How much? Ага, видишь, не хочет. Ну ничего, я потом все узнаю и все вам расскажу. А пришла я на местную достопримечательность, на знаменитый шанхайский рынок подделок. Здесь есть все, что угодно. От одежды и до чая, от сувениров и до техники. Девочки мои дорогие, и мальчики тоже. Мы тратим столько много денег на брендовую обувь, на брендовую одежду, на брендовые сумки, прости господи. А в Шанхае есть такое волшебное место, где все это можно купить за копейки. Ну, идем посмотрим. Надо, главное, сумку мою держать, это вообще потеряю. А так как моего оператора тут все боятся как огня, я решила заглянуть в магазин и провести один небольшой эксперимент. Вот есть сумка оригинальная, купленная в фирменном магазине мною лично за огромные деньги, и сумка, которая продается здесь. Вы спрашиваете, чем отличается? Во-первых, всем отличается. И по материалу отличается, это я еще ее не открыла. Но фурнитура, честно говоря, очень сильно похожа, это правда. Я открываю ее, и тут внутри... Сейчас, я подожди, тут я сейчас... Мне самой же интересно, ты понимаешь? А внутри, конечно, совпадение 0,2. Такое чувство, что и сходство с оригиналом здесь только логотип бренда. Хотя и цена тоже очень сильно отличается. Но это стоит, на секундочку, 2800 евро. А это стоит 150 евро. Поэтому, как говорится, почувствуйте разницу и не благодарите. Местные обожают пускать пыль в глаза и носить, пусть поддельные, но брендовые вещи. Как по мне, проще за эти деньги купить обычную сумку неизвестного бренда и не позориться. Но, тем не менее, кто хочет сюда прийти и купить вот такую сумку, пожалуйста, за 150 евро. Вот сейчас главное не перепутать. Так, ну все, забирай. Я оставляю вам вашу, ухожу. Самое смешное, что если спросить любого продавца, оригинал это или подделка, все будут отвечать одно и то же. Посмотрите на материал, на идеальные швы. Это оригинал. А почему дешевле? Но ты же не на Елисейских полях их покупаешь. Там из-за аренды дерут втридорога. Но это же красота. Все, понимаешь, все как оригинальное, только подделка. И стоит намного-намного дешевле. А вы говорите... Но самая главная ошибка, которую можно совершить на этом рынке, это купить вещь по предложенной цене. Если вам сказали, что куртка, например, стоит 1000 юаней, говорите, что возьмете ее за 100. И в конечном итоге вам скинут процентов 40-50. Этой информацией со мной поделилась Карина, которая организовывает выставки, бизнес-туры и мероприятия в Китае.
Чем Шанхай отличается от других городов Китая? Ну, он просто самый лучший, самый комфортный, динамичный. Здесь есть все, что нужно для жизни, как и китайцам, так и экспату. Я думаю, что здесь самая безопасная атмосфера, и здесь самые большие возможности по работе, и сюда все стремятся. А конкуренции китайцы знают как никто. А ведь с самого детства они вынуждены бороться за успех. Их государственные школы напоминают армию. Здесь 99% отличников. Здесь каждый параграф отскакивает от всех зубов, даже если разбудят среди ночи. Здесь мало выучить уроки. Здесь надо заниматься спортом и музыкой, разбираться в искусстве и быть превосходным математиком. Но есть и другая реальность. Обучение в Китае очень сложное. Дети учатся с утра до ночи, и это очень нелегко. Поэтому, если у родителей есть возможность отдать детей в частную школу, то они это делают с удовольствием. Вся наша система образования ориентирована на зубрежку и авторитет учителя. Учеников в государственных школах даже не спрашивают, поняли ли они материал. Мы же, в частной, стараемся смягчить эту суровую реальность. Здесь проходят абсолютно ту же самую программу. Здесь сдают все те же самые экзамены. Здесь также есть спортивные секции и уроки творчества. Вот только эта школа и правда скорее напоминает европейскую, а не суровую азиатскую. Многие нас не понимают и считают неэффективными наши методы, но 100% наших учеников поступают в лучшие вузы страны. У нас есть масса призеров спортивных соревнований и музыкальных конкурсов, так что не всегда нужен кнут. И в отличие от государственных школ, стоимостью 6-8 тысяч юаней в год, частные могут стоить и 100, и 200, и даже 300 тысяч юаней в год. Но даже за такие деньги школьники загружены учебой весь день. Уроки в школе идут с 8 утра до 5 часов вечера. Приходя домой, мы сразу начинаем делать домашку. И раньше 11 часов ночи спать никто не ложится. И, наверное, один из самых приятных моментов учебного дня – это часовой перерыв, за который все успевают отдохнуть, пообщаться, а главное – пообедать. С 11 часов начинается обед в школе. Я, конечно, знаешь, именно урок уроками, а обед в школьной столовой – это святое. На обед сегодня рис, тефтелек, мясные, яйцо с помидором и паста с овощами. И тут два вида какого-то супа. То есть такое вон яблоки, я смотрю, нарезана цветная капуста. То есть абсолютно полноценный обед. А дети с удовольствием едят у вас эту еду? Конечно, они еще и добавку просят. А, ну то есть не заставляют, да? Ну прям такой прям серьезный обед. Но пробегающая мимо третьеклашка подтвердила все мои сомнения. Я не ем суп в школе, я его дома ем. Ну, правильно, потому что мама, наверное, лучше готовит, да? Ну, хорошо, ну беги, а то сейчас остынет все у тебя. Кто любит суп, скажите мне, вот из детей, кто? Никто. А мамин, конечно. Иначе. Но взрослые шанхайцы обожают есть все и в больших количествах. Поэтому они придумали, как иметь доступ к еде в любой точке города и в любое время суток. Доставка так популярна в Шанхае, что без нее вообще не может никто жить. Но есть такие места, куда доставить пищу человек не может доставка. Потому что, например, в общежитии или какие-то закрытые комплексы. И тогда, когда ты заказываешь еду, ее привозят вот в такие боксы. Приходят и оставляют. И ты потом приходишь такой спокойненько, с телефончиком они чик-чирик, забираешь свою еду и уходишь счастливый. Уже думаешь, а, пойду поем. И теперь ноу-хау номер два.
А ночью, когда все рестораны закрываются, стоят вот такие волшебные будочки, где ты можешь купить ночью пиццу, пельмени, бургеры. Так телефоном чик-чирик, и пицца откуда-то... Откуда-то к тебе приходит. Я не знаю, откуда она приходит, понимаешь? Тут надо еще иметь высшее образование, чтобы взять пиццу из автомата. Вот так вот, такие чудеса. Все дело в том, что местные не любят готовить дома. Более того, если ты одиночка, то поесть где-то даже выгоднее. И благодаря такому аппетиту одно из самых популярных, востребованных и одновременно сложных работ в Шанхае является работа курьера. А какой у вас рабочий график? Рабочий день у нас примерно 10-11 часов. Ну, я знаю, что если вы опоздаете с доставкой на минуту, то у вас будут какие-то проблемы, или деньги снимаются, или могут вас уволить. Это правда? Да, так и есть. Клиенты жалуются, тебе снижают рейтинг, штрафуют и потом могут уволить даже. Поэтому ребята иногда умоляют клиентов их простить. Даже на колени иногда падают. Парней из доставки часто за людей здесь не считают. Я слышал истории, как в них плевали, швыряли едой, отказывались от заказа, и курьер сам его оплачивал. Ну, а тогда хорошо зарабатывают доставщики? В месяц около 8000 получаю. А, ну, вы планируете на этой работе работать долго или хотите поменять все-таки ее? Думаю, я здесь надолго. Мой сын только пошел в первый класс. Семья живет в провинции, а я зарабатываю и кормлю их. Я хочу сделать все, чтобы жизнь у моего сына была лучше и счастливее, чем у меня. Большинство курьеров, как и Ли Чао, приехали в Шанхай из соседних деревень. Живут в комнатах по 10 человек, практически не едят, чтобы все деньги отправить своим родным. И какой бы сложной ни была эта работа, такую зарплату без высшего образования ты нигде больше получать не будешь. Да что там, даже полицейские, преподаватели и врачи с минимальным окладом порой зарабатывают меньше. А хорошие зарплаты в Шанхае у программистов, строителей и частных предпринимателей. А остальным часто не хватает даже их зарплаты, поэтому они устраиваются на несколько работ. Но для местных жителей в связи с этим бывают льготы. Вот, например, цена на проезд в метро субсидируется властью и не поднималась уже много лет. Говорят, проезд стоит 3 юаня. Давайте же это сейчас и проверим. Так, хочу сказать, что если говорить про Шанхай, который... впереди планеты всей, то в этот список я хочу добавить, что и метро у них самое длинное в мире. И сейчас я попробую купить билет. А здесь все, как я люблю. 19 веток метро и около 500 станций. Надо бы вспомнить, какому богу здесь в Китае молятся. Так, значит, смотрите, подходите к машине, господи. Я не знаю, тут, значит, все написано. Выбирайте себе линию какую-то, например, зеленую. Выбирайте себе, например, какую-то станцию. Ну, куда вам нужно ехать? Ой. Там сколько билетов? Один мне, правильно? Вот, стоит 3 юаня. О, не обманули. Ну и все. Ой. И моментально выскакивает билет, представляете? Ну и все, и ты идешь. А пока я буду добираться в салон красоты на самом быстром и надежном транспорте в Шанхае, проведу вам небольшую экскурсию. Судя по всему, этот транспорт еще и самый безопасный, ведь на входе у каждого досматривают вещи. Дальше сканируем билет и спускаемся на эскалаторе к поезду. Каждый день метро пользуется около 7 миллионов человек, поэтому я ожидала толпы и давки. Но, видимо, мне крупно повезло. Кстати, машинистов в поездах нет. Все полностью автоматизировано. Дует сильно, но людей немного, кстати. Доехали быстро и, как говорится, с ветерком. Красота по-китайски. Что?
Что это такое? Какие они? Знаю один секрет. Говорят, что все мастера маникюра, парикмахеры, все мужчины, потому что это очень сложная работа. И женщинам это сложно делать. Ну, так говорят. Не знаю, идем посмотрим. У нас работает несколько мастеров-мужчин, и запись к ним на месяц вперед забита. Ведь мужчины более внимательные и аккуратные. Они лучше подмечают детали и могут точно посоветовать клиентке, что больше понравится мужчинам. Честно тебе скажу, 100 лет в обед мне мужчина никогда не делал маникюр. Никогда. Нихао. Нихао. А вы уникальный мужчина, маникюрист, маникюрщик, маникюрист, маникюр, мастер маникюра, или вас много таких? Нас здесь много. Но это сложная работа, да. А вам нравится ходить к мужчине на маникюр? Обожаю и всем советую. Сходить, думаете, да? С моей страшненькие ногти, потому что я рабочая женщина. Но помимо того, что тут мужчина делает маникюр, еще много-много чего интересного есть. Но нужно быть спортсменом, чтобы подняться на 3 этажа в этом салоне. Ну, мне-то что? Я ж такая женщина, огонь. Идем за мной, покажу, что еще можно сделать. В Шанхае просто бесчетное количество салонов. И везде полно клиентов, так как местные жители обожают ходить на процедуры по уходу за собой. А на 2-м этаже меня ждал настоящий космический аппарат. Он предназначен для прогревания точек на теле специальными лучами. Эта процедура омолаживает, наполняет энергией, улучшает общее состояние здоровья и усиливает репродуктивную функцию. Итак, лайфхак, девочки. Хотите быть молодой и красивой? Легли вот в эту капсулу на 30-40 минут, встаете, и вас никто не узнал, потому что что это за красавица? О, что это за молодая, красивая, энергичная, сексуальная? Не про меня, закрываем обратно. Закрываем обратно и уходим работать. Классная штука. Так, идем смотреть дальше, что у вас есть. Класс, вот это, понимаешь, китайские вот эти штучки, мучки всякие. Лег, вышел и... Стоит такая процедура 580 юаней. Ой, жаль, этот аппарат не оздоравливает ноги, а то я еле иду. Так, сейчас, подожди. Так, тихо. Это все. Перед процедурами надо передохнуть. Клянусь, знаешь, такой старый дом. Она думает, боже, старуха пришла какая-то. Старуха-веселуха, идем. Фу, боже, у меня все. Вам надо лифт? Там тоже интересно. А, это что, это солярий? А, ну это солярий, я знаю, слава богу. И так как я искала повод отдохнуть и не идти на самый верх, попросилась в солярий. А оказалось... Я сказала, что это солярий, но я вас обманула, потому что это не солярий, это отбеливатель всего тела, включая лицо. То есть, ну, я всю жизнь ложилась в солярий, загорала, ну, как нормальный человек. Оказывается, все то же самое. Ты ложишься и отбеливаешься. Отбелилась и пошла. Видишь, как мы ложимся, чтобы быть загорелыми, а они ложатся, чтобы быть белыми. Вот так вот жизнь других. Красивая местная женщина не только должна быть бледной, а еще и с худым лицом и здоровой кожей. Мы также обожаем цветные линзы, так как у всех китайцев лишь один цвет глаз. А еще делаем пластику, чтобы хоть немного походить на европеек. И, как говорится, красивых китайцев мужчин лучше один раз увидеть, чем 100 раз о них услышать. Вот эталоны китайской красоты. Посмотрите, красавцы, красавцы. Причесочки, что тут, шапочка, конечно. Я не знаю, кожа, глазки, я не знаю, что тут красивого, но красиво. Куртки красивые, черные, зеленые. Ну, посмотрите, высокие. Ну, выше меня это уже хорошо, понимаешь? Ну, улыбнись. Да-да-да. Ну вот, видите, то есть, я не знаю, вот кожа ровная, молодые, я не знаю, что, ручки сложили, все. Что вам еще надо? Все, молчат, улыбаются и все. На процедуру по уходу за собой ни женщины, ни мужчины не жалеют денег. Но даже при этом во главе списка расходов всегда будет стоять она.
еда. И на что шанхайцы любят тратить деньги в супермаркетах, я вам сейчас расскажу. Так, смотрите, тут, в общем, короче, все, что тут непонятно, я даже не понимаю. А вот то, что нам с вами будет понятно, смотрите. Курица, куриные крылышки стоят 39,90. Обыкновенные куриные крылышки. А вот тут вот набор из куриной ножки, из куриной лапки вот такой. О-о-о, смотри, смотри. Вот, снимай, снимай. Видишь, крупные такие вот эти лапы? Это стоит намного дороже. Это стоит 59, потому что лапки – это деликатесо. А еще есть черная курица. Мой оператор питается только ей. Что хорошо зарабатывает. Да? А я первый раз в жизни вижу. И стоит она, извините, 34,90. А простая курица стоит 25. Но давайте все же пройдемся по нашей стандартной продуктовой корзине. Десяток яиц стоит почти 25 юаней. Упаковка молока от 18,90 и до 29. Огурцы по 6 за 100 граммов, а помидоры по 7,90. Упаковка клубники за 29,90 и стейк семги за 36 юаней. Это то, что вот я понимаю, то я вам и говорю, потому что все остальное... Это, Миша, черные яйца. Откуда я знаю, как их есть? Я не знаю, но они тут продаются. И говорят, очень любят. А вот краб... Краб, краб, иди сюда. Посмотри. Посмотри, какой здоровый. Посмотри. Так бы я принесла на обед. Вам сегодня будет краб. И мои собачки бы убежали бы из дома. Они подумали, наверное, что новое животное. Этот краб реально больше, чем моя собачка маленькая. И стоит вот... Не знаю, сколько стоит. 1299 юаней. Сегодня я не буду пробовать куриные лапы, столетние яйца и прочие прелести местной кухни. Сегодня я попробую и покажу вам кое-что очень родное и всем знакомое. А я сейчас пришла и буду есть мороженое. И вы скажете, то тоже мне удивило мороженое. А знаете что, ну вот это мороженое, а в руках у него такая начинка. Вы спрашиваете, клубника? А я вам скажу, нет, это не клубника. Очень дорогая штука. Идем, идемте все со мной. Опа, ага, ага, это ложечка. Так, ребят, значит, здесь вот эта фраза «детям мороженое, бабе цветы» не работает. Потому что мороженое с водкой. С водкой, понимаете? Так вот, я говорю, что я ела мороженое даже с помидором. Дайте ему 5 минут согреться. Чтобы оно остыло чуть-чуть, да. Но видишь, оно такое очень сильно замороженное. Все, может, это я вам отдам, выкину, да? Так, ждем 5 минут. И, короче говоря, самый лучший день. Наступил сегодня для моего оператора. Ты рад? Ну, я хочу сказать, что очень красивая упаковка. И много покупают у вас с водкой, да, мороженое? У нас это хит продаж. За день по 50 штук покупают. То есть мне нравится, мороженое с клубникой уже никому не интересно, понимаешь? То ли дело. Чинь-чинь. Вы, наверное, ожидаете увидеть сейчас вот такую дегустацию. Но я вас огорчу. Сейчас мы попробуем, что это такое. Они, в общем, делают кофе с водкой. Мороженое – это какой-то последний тренд. А водка – это самая дорогая, мне сказали здесь. Слушайте, кругом обман. Просто мороженое с лимоном. Может быть, я люблю водку просто. И потом мне кажется, что так хорошо. И аромат с каждым разом все больше преображается и преображается. Но помним, помним, ребяточки, да, что алкоголь вредит нашему здоровью. Вредятина. Но пока мороженое не ударило мне в голову, я должна успеть закончить передачу.
Когда я собиралась ехать в Шанхай, вы знаете, я услышала и читала столько информации, что здесь у каждого китайца есть свой личный социальный рейтинг, что он там как-то снимаются баллы, как-то, в общем, короче, какая-то, я прямо испугалась, честно говоря, я думаю, как это так, какой-то социальный рейтинг. Я вот сейчас хочу узнать, что это такое вообще, правда, неправда, знаете, это все, что пишут ребята, это все ерунда, я вам сейчас все расскажу правду. Вот, смотри, видишь, вот он убирает. Вот явно у человека будет рейтинг хороший, наверняка. Я сама не раз слышала от иностранцев, что, мол, у каждого из нас есть какие-то баллы, которые влияют на качество нашей жизни и наши возможности. И если они очень низкие, то наша жизнь буквально заканчивается. Но это выдумки. Рейтинг есть, но он банковский и влияет только на сумму кредита, которую нам могут выдать. На возможности совершать какие-то финансовые сделки, покупки, продажи и так далее. Но поверьте мне, даже в этих рейтингах у большинства жителей Шанхая все идеально. Ведь они максимально законопослушные и выполняют каждое правило, даже если оно распечатано на обычном листе А4 в среднестатистическом подъезде. Знаете, что интересно, когда ты заходишь в жилой дом? Ну, то есть я лично такого не видела. Ладно, сидят консьерж, правильно? Охранник какой-то, там камера. Это все нормально. Там какие-то правила жилого комплекса. Это тоже нормально. А здесь, видите, какая большая такая именно фотография участкового с номером телефона, с QR-кодами, конечно, потому что без телефона китайца. Что же они будут делать? Вот все знают его в лицо. Если что вдруг случится, кому сразу Алло, Николай, там, или как там тебя зовут, понимаешь, и все, он сразу бежит, как Чип и Дейл на помощь. Но еще интересно, знаешь, что тут вот висят правила, как жить вот в этом жилом комплексе, как правильно выносить мусор, как парковаться, и как муж должен относиться к своей жене. Правила прописаны, не мной придуманы. Вот эта вся глупость, что он должен любить, уважать, ценить и слушаться свою жену. Идемте, все узнаем. Вот это интересно. А иду я как раз в гости к семье Чан. Это обычная, стандартная семья. Мама, папа и двое детей. Мальчик и девочка. И пока мама на работе, а дети делают уроки, отец семейства проведет нам небольшую экскурсию. Всем привет! Рад видеть вас у нас в гостях. Начну я с этой комнаты, где мы чаще всего собираемся всей семьей. Мы слушаем музыку, смотрим телевизор, ну и общаемся. Визуально квартира кажется очень большой, хотя занимает всего 90 квадратных метров. А стоит такое жилье примерно 2-3 миллиона юаней. Это комната моей старшей дочери. Она как раз вовсю делает уроки. На этом вот балконе в хорошую погоду можно делать шашлыки, и отсюда открывается просто шикарный вид. Каждый месяц на коммуналку семья Чан тратит 1-2 тысячи юаней. А здесь у нас комната сына. Надеюсь, ему не помешаем. Несмотря на то, что уже почти 8 вечера, дети будут еще долго заниматься уроками. А рядом по коридору родительская спальня. Также здесь есть ванная, гардеробная и кухня, на которой притаилась домработница. И с ней-то мы сейчас и поговорим. А есть какой-то график? То есть вот от скольки до скольки вы тут? Я работаю здесь с 15:30 до 8 вечера. И что входит в ваши обязанности? Стандартно. Готовка, стирка, уборка. А вы сами думаете, что вы будете готовить? Или вам говорят, приготовь там сегодня на ужин пасту, макароны, что-то, пельмени? Готовлю либо то, что просят, либо же из продуктов, чей срок годности на исходе. О, а есть вот знакомые, которые работают в семье, и им вот не нравится? Может, им там не платят зарплату или как-то плохо относятся к ним? Бывает такое? Разные есть истории. Очень много непорядочных людей, но мне очень повезло. Ну, я не знаю, прям не дома, а райский уголок. Неужели здесь действительно все так идеально?
Как вот у вас распределяются домашние обязанности? Вот ты там за что-то отвечаешь, там жена за что-то, там дети за что-то. Вот как у вас это решается? На первом месте у нас с женой работа. Остальное уже выполняем по мере свободного времени. Как ты видишь, у нас есть и домработница, и репетитор у детей. Как вы воспитываете своих детей? Вы их наказываете за что-нибудь? Нет, мы решили с женой этого никогда не делать. Мы просто с ними разговариваем. В нашем с женой детстве хватало жестокости. Хорошо, то есть вы такие все идеальные, и обувь снимаете, и договариваетесь, и все. А вы когда-нибудь ругаетесь вообще или нет? Да, не без этого. Но мы знаем, что дороже, чем мы, друг у друга у нас никого нет. Мы должны быть очень хорошим примером для своих детей и воспитывать их в любви. Даже с возрастом жители Шанхая не могут избавиться от синдрома отличника. И получается, что всю свою жизнь с пеленок и до самой старости они находятся в вечной гонке и пытаются прыгнуть выше своей головы. Но в этой погоне они не только не забывают о главном, но еще и подают пример всему миру. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Еще час назад у меня было много вопросов, а сейчас все встало по полочкам. И теперь я точно знаю, что... Жители Шанхая первые во всем и всегда. Мы настоящие трудоголики, которые порой забывают об отдыхе. Мы не идеальные, но каждый день стараемся становиться лучше. Шанхай – это город вечно спешащих вперед людей, которые готовы зубами выгрызать свое счастье. И, судя по всему, об успехах Шанхая мы еще не раз услышим. Но если вы думаете, что на этом все... то вы крупно ошибаетесь. Смотрите в следующей серии про Шанхай. Как далеко зашли местные технологии. Тут, имея телефон, приложение, ты можешь себе все взять в аренду. Хочу взять мужчину, взяла мужчину в аренду. Какие необычные праздники здесь есть. В Шанхае празднуют День одиночек. Чего не умеют делать китайцы. Поэтому давай я тебе сейчас покажу, как надо это все делать. И как развлекаются местные пенсионеры. Ребята, я могу вам сказать, что такая пенсия, понимаешь, может только сниться.